Со следующей недели, с 25 августа, стартует окно продаж осеннего туристического кэшбэка в Российской Федерации. Это федеральная программа, которая реализуется в рамках национального проекта «Туризм. Индустрия. Гостеприимство». Проводится она уже третий год и постепенно становится очень популярной. Окно продаж вообще продлится с 25 августа по 10 сентября. Отправиться в поездку по всей Российской Федерации, включая Камчатский край, нужно будет с 1 октября по 25 декабря. Ну, за исключением только круизов, они стартуют раньше, с 1 сентября и до окончания навигации, но также не позднее 25 декабря. На Дальний Восток по поручению президента Российской Федерации сумма туристического кэшбэка она увеличена. Если человек покупает напрямую у гостиницы, которые участвуют в программе проживания, кэшбэк также составит 20%, но он увеличен до 40 тысяч. То есть максимально за одну транзакцию можно получить, вернуть в течение 5 дней на свою карточку МИР 40 тысяч рублей.